В Кузбассе житель города Белово сжег собственный автомобиль, чтобы его не забрали судебные приставы. Как сообщает областной следственный комитет, 36-летний мужчина не платил за кредит, который он взял как раз для покупки автомобиля. Из-за долга банк обратился в суд. 30 мая должник узнал, что его ВАЗ 14-й модели могут арестовать. Уговорить пристава не удалось. Тогда беловчанин решил поджечь автомобиль. В момент, когда специалист сел на переднее сиденье для оформления документов, владелец разлил горючую жидкость в салоне. Вспыхнула задняя часть легковушки, а поджигатель сбежал. Однако его задержали, делом заинтересовался следственный комитет.